Приветствую вас на своем сайте, дорогой друг. Хотел бы задать вам всего один вопрос. Хотели бы вы начать зарабатывать в интернете уже сейчас реальные деньги? Если ваш ответ положительный, то есть да, то я рекомендую вам ознакомиться с этим роликом до конца и также внимательно после того, как ознакомитесь с презентацией, изучить сайт, на котором вы сейчас находитесь. Почему вам это нужно сделать, спросите вы? Все предельно просто. В результате того, что вы изучите данный сайт, вы можете получить в свои руки настоящий переключатель, который из человека, который ничего не зарабатывает совершенно в интернете, может сделать вас человеком, зарабатывающим колоссальные средства по нашим, по крайней мере, среднестатистическим российским меркам. Заранее хочу попросить у всех прощения за качество своей презентации. Просто специализируюсь я не на создании видеороликов, а на том, что зарабатываю деньги через, в частности, сеть интернет. Чему, собственно, без проблем смогу научить любого из вас, кто смотрит данный ролик, если вы сами изъявите на это желание. Кто я, собственно, такой? Зовут меня Владимир Медведев. Родом я из города Москва, хотя в основном путешествую практически круглый год. Бизнесом я занимаюсь довольно-таки давно, с 2015 года в основном зарабатываю основной свой капитал через интернет. А по совместительству я являюсь создателем проекта Elite InfoBiz, если вы еще не слышали про такой, который рассказывает людям правду о заработке в интернете. А именно занимаемся тем, что тестируем разнообразные продукты, разнообразные сайты, которые обещают заработок, и показываем это людям наглядно. То есть выкупаем продукты, оплачиваем услуги, смотрим, кто за этим всем стоит, кто получает деньги и что в результате всего этого получается. Теперь, собственно, ближе к теме. Не так давно, а точнее чуть более месяца назад, по некоему стечению обстоятельств мне пришлось сделать небольшой разбор полетов по поводу своего проекта. И в данной статье и ролике, с которыми вы сможете ознакомиться самостоятельно чуть ниже, я вам на сайте приведу к ним ссылки, я поделился своими результатами по заработку в сервисе под названием Google AdSense. Мой средний ежемесячный доход в данном сервисе составляет $7000. Ну, в принципе, мы можем сюда и перейти. Вот за сегодняшний день, как мы видим, у меня доход составляет $161.81. Вчерашний день принес мне $203. За последнюю неделю я заработал $1697. За месяц, начиная с 1 марта, я заработал $2477. То есть, если посмотрим, сейчас у меня 11 марта. И, собственно, за предыдущий месяц мной было заработано $7310, а последний платеж, который ко мне пришел, составлял $6307. Вы можете, конечно же, логично спросить, зачем ты нам все это показываешь, зачем нам смотреть на твои $1000. Показываю я вам это все за тем, что, пользуясь моими личными наработками, вы можете получать ровно такие же деньги каждый месяц. Сразу же хочу сказать, что за первый же день работы после того, как вы пройдете обучение, чуть ниже вы сможете получить к нему доступ на сайте, вы вряд ли сможете заработать $100 прямо сразу же за первый же день вашей работы. Но постепенно, поочередно, месяц за месяцем, за 1, 2 или 3 месяца, в зависимости от того, как вы будете стараться самостоятельно, на такие цифры можно выйти без проблем, то есть в среднем делать от 6 до $7000 ежемесячно. Причем доход получаете именно в долларах, работаете на официальном сервисе от Google, который не будет с вас требовать никаких комиссий, никаких скрытых платежей, еще ничего, просто будет спокойно выплачивать вам ваши деньги. Более того, вся моя идея является не какой-то голой теорией о том, что я сейчас вдруг решил ни с того ни с сего взять и всех научить, а данный подход я оттестировал на нескольких людях, научил их зарабатывать, посмотрел на их результаты. Динамика, собственно, у них по доходам положительная. Чуть ниже на сайте также я вам предоставлю всю информацию по этому поводу. И вывод отсюда вполне очевидный. Если у других простых людей это получается, получится и у любого другого человека, кто данный ролик смотрит. Собственно, давайте перейдем в информацию о платежах. И
И вот как мы видим, на балансе у нас все те же 7310 долларов. Деньги мне выводят банковским переводом на карточный счет, ну, точнее на карточку банка Тинькофф. Собственно, последний платеж был совершен 21 февраля, его размер составил 6307 долларов. В марте мне, соответственно, будет выплачена вот эта вот сумма в 7310 долларов, которая мной была заработана, если посмотрим по транзакциям с 1 по 28 февраля. С 1 по 31 января заработал 6307 долларов и их, собственно, получил в феврале. Если говорить в рублях, ежемесячно можно получать по 400, по 500 тысяч рублей совершенно без каких-либо проблем. И чтобы вы не думали, что это какие-то мифические нарисованные цифры, которые не имеют никакого отношения к реальности, я предлагаю перейти в мой личный банкинг на сайте Тинькова. Жмем «Войти». Собственно, введем пароль. И жмем «Войти в личный кабинет». Сейчас придет подтверждение на мой номер телефона. Ожидаем. Так, подтверждение пришло. Вводим его. И вот мы пока оказываемся на странице со статистикой моего личного онлайн-банкинга. Сейчас у меня здесь идет операция за март. Переключаемся на февраль. Отматываем вниз, так, 25 февраля, показать еще, закручиваем еще ниже, 24, 23, так, и получается эта транзакция от Гугла у меня пришла 22 февраля, как вы можете видеть, вот, вот этот вот перевод на 14 607 рублей. Поскольку у меня карта рублевая, автоматически все это конвертировалось в рубли и перевелось. То есть вот, смотрите еще раз, мы получается с вами 21 февраля получаем 6307 долларов на вывод. И 22 февраля к нам приходит 14 607 рублей. Это причем доход за один месяц всего работы. Если хотите получать точно такие же результаты, вписывайтесь в обучающий проект прямо сейчас, присоединяйтесь к нам, зарабатывайте вместе с нами точно такие же деньги. Так что изучайте досконально весь сайт до конца. Берите переключатель, жмите на кнопку и уже сегодня превращайтесь в успешного человека, который зарабатывает реальные деньги в сети интернет.